Народ, вы мне не поверите. Тут, короче говоря, при входе выдают корм, которым можно кормить животных. Я вам сейчас покажу, какой корм. Корм с перчаткой. Вот этот стаканчик. Тут написано для кого, чтобы не перепутать. Попугаи, журавли, козы, попугаи, пони, альпака, кролики. Чуть карлики не прочитала. Кролики, альпаки. Короче говоря, тут меню, кого чем можно кормить. А вот это, все, что я услышала, что это для журавлей, а для кого еще забыла. Живые червячки. И к ним еще дают перчатку. Ну, чтобы руками их не трогать, а в перчатке доставать и кого-то там кормить. Вот мне бы вспомнить еще, кого кормить этими червячками. Все ломанулись по главной трассе, мы пойдем в обход, как обычно. Там вон енотики, пойдем к нашим любимым енотикам.